Первое изображение смартфона Vivo UX с гибким экраном. На этой неделе известная китайская компания Vivo объявила о создании бренда IKU, который также будет заниматься смартфонами. Согласно новой информации, данное подразделение займется выпуском премиальных смартфонов, цена которых будет превышать $740. Кроме того, китайские источники опубликовали дебютное изображение первого смартфона, который будет выпущен под брендом IKU. Речь идет о смартфоне, оснащенном сгибающимся экраном, который в сложенном состоянии будет огибать корпус устройства. В данном случае сразу же возникает вопрос надежности и прочности такого устройства при падении или контакте с другими предметами в кармане или сумке. Напомним, первый смартфон Samsung, который оснащен гибким экраном, по слухам, называется Samsung Galaxy Winner. Его экран в сложенном состоянии должен прятаться внутри корпуса. Устройство представят 20 февраля. Информации о дате анонса смартфона Vivo UX с гибким экраном пока что нет.